Бонч убийца ВТО. Ой, Бонч, все это хуйня. Кайф, оливки, я хочу кончить в них. Это ебаные бычки, блядь. Это довольно-таки круто. Честно, разочаровался в этом вкусе. Белиссимо, твою мать, нахуй. Нас наебали. Бам-бам, в Питере сегодня солнечно. А мы сейчас находимся в сети кальянных магазинов по Санкт-Петербургу. NBG Market. И сегодня у нас, угадайте, что забито в кальяне. Конечно же, вы уже прочитали это в названии к ролику. Это новый вкус олива от компании Бонч. Я взял две баночки вчера на стенде Бонча. И готов вам, собственно, немного рассказать про этот новый вкус. Я его сейчас курю. Я его покурил там, на дегустационной зоне. И у меня сложилось маленькое мнение. То есть у меня сложилось два мнения. Первое мнение. Мнение обычного, среднестатистического курильщика и мнение профессионала, да? Погнали. Что у нас есть? У нас есть две вот таких вот баночки, первая, и такая же вторая. Сейчас мы это все вытащим. Давайте расскажу маленькую историю, кто вообще не в курсе за продукт Бонч и первый раз смотрит этот выпуск. Про Бонч я уже снимал. Где-то можете посмотреть внизу, либо вот здесь в углу экрана будет ссылочка на Бонч. Так вот, давайте начну вещать. Это новый продукт, ну как, относительно, да, новый продукт на рынке, потому что они очень долгое время не могли получить акциз и выйти в продажи. То есть, либо просто не хотели продаваться, выжидали какой-то момент, для меня неизвестно, но я знаю то, что ребята очень долго моросились, а возможно вызывали какой-то ажиотаж и спрос на их продукт. У меня есть база, это основа без аромка, и есть новый вкус олива. Давайте просто олива, да? Грубо говоря, оливки назовем это оливки, хотя это не совсем оливки. Объясню почему. Потому что я посмотрел промо-ролик, есть какой-то отголосок к оливкам, но больше это связано, наверное, с каким-то... с какой-то жидкостью, в которой есть оливки. Я бы это просто описал бы оливочным соком. Вот реально оливочным соком. Когда ты вот покупаешь оливки Бондюэль, выливаешь вот эту водичку, вот здесь есть этот вкус. Давайте теперь немного рассказывать вообще про оливки. Да, как вкус. Смотрите. Объясню так. Бонч – это сигарный лист, и, соответственно, это специфичный продукт, который не подойдет большинству курильщиков нашей, грубо говоря, страны, да, нашей комьюнити. И есть даже некоторые спорные моменты, которые я хотел бы озвучить и, возможно, найти ответ в комментариях тех, кто прокуривал уже этот вкус, тех, кто курил Бонч. Так что, если вы сейчас найдете какие-то ответы на мои вопросы, либо что-то я не так расскажу, пожалуйста, будьте добры, не поленитесь, напишите все это в комментарии, потому что я их читаю. Давайте, смотрите. Мое мнение по данному вкусу и вообще по продукту Бонч заключается в том, что здесь на первом месте идет именно сигарный лист, то есть сигарная аромка, то есть сигарное послевкусие и сигарное восприятие кальяна. Когда мы курим обычные табаки, мы его курим ради какой-то крепости и ради, конечно же, самое главное, вкуса. Love 66, бельгийские вафли. Ночь в Стамбуле, Леди Киллер, это просто готов кончать от этого, да? Так, я прикалываюсь, ребят. Так вот, смотрите, что касается Бонча, здесь есть немного другая идеология в том, что мое первое мнение среднестатистического человека, курильщика. Ой, Бонч, все это хуйня, невозможно курить, какие-то ебаные бычки, блядь. То, что они выпускают новые вкусы, так-то этих вкусов там нет. Просто наебалово, чтобы меня стимулировали покупать. Я купил оливки, а это нихуя не оливки. И если покурить оливки, а потом забить базу, то никакой разницы не будет. Это мое первое мнение. Второе, профессиональное. База от оливок, в принципе, по ароматике различается очень слабо. Вот именно здесь очень слабо. Потому что, как мы знаем, сами оливки по себе, они не очень яркие, они больше как придают какую-то мягкость той же, допустим, блядь, картошки, да?
И здесь примерно получилось то же самое. Если бонч как база, он более терпкий, то бонч оливки, то они как будто смягчают. Но я, честно, не почувствовал ярких вкусов оливок, либо чего-то подобного. Есть маленькое послевкусие, но остается на языке, но это недостаточно для того, чтобы так сильно пиарить новый вкус, и чтобы люди его покупали в общей концепции табачной продукции, которая есть на территории России. Но в маленькой окружности, в маленьком мире бонча, это довольно-таки круто, потому что появился мягкий вкус. Грубо говоря, да, мягкий гастрономический вкус. У бонча много вкусов, и я их примерно, знаете, как описываю, не как, допустим, вкус кукурузы, я его описываю как вкус молочный. Допустим, у них был вкус салями вроде, то вкус более пряный. И такой вкус, как оливки, я расцениваю вкус как помягче. Понимаете, то есть я отталкиваюсь от основной базы и просто приписываю к нему по вкусам какую-то категорию вкусов. Мягкий, свежий, сладкий, молочный и так далее. Но я точно не могу сказать, что вам это вот кукуруза, кукуруза, ебать. Вот хочу кукурузу от бонча. Нет, я скажу молочный бонч со вкусом кукурузы. И чему я это все пытаюсь затолковать? То, что я немного, честно, разочаровался в этом вкусе. Я очень ждал этой выставки, и я очень ждал того, чтобы попробовать вкус оливок и типа сказать... Ну, ебейший, белиссимо, твою мать, нахуй. Охуительные оливки. Но я так не скажу. Я скажу, что где-то что-то есть. Поменялось, да. Также хочу заметить то, что это мой второй прокур бонча. В плане то, что я курил первый раз бонч на позапрошлой выставке, когда они просто что-то сделали, закатали это в баночки и раздавали людям без продажи. И это было круто, то есть это было что-то новое, и тогда родилась эта легенда о том, что бонч – убийца ВТО. Да? На самом деле нет такого в природе, именно в нашей кальянной культуре, что какой-то табак может убить другой табак. Это чисто так, кликбейт, чтобы вам было интересно, чтобы было прикольно. Но здесь получилось как, что бонч реально оказался интересным продуктом со своей какой-то тематикой, со своей идеологией, возможно, даже... со своей историей. И тут вуаля, бонч, ну он уже очень долгое время делается уже акцизный, активно продается, но руки у меня дошли только сегодня, потому что был повод, повод был вкус оливок, новый вкус, которым ребята очень гордятся, я с ними общался. И получается, что нас наебали. Ребята, нас наебали. Нет никакого вкуса оливок. Это просто база, которую просто сделали помягче, либо просто не получилось. Шучу, не подумайте, что я серьезно говорю, я сейчас объясню почему. Смотрите, как такового вкуса оливок в этом табаке нет, то есть в этом вкусе нету. И, соответственно, отсюда складывается сомнение, а нахуя покупать, если можно купить обычную базу и довольствоваться этим? Многие скажут, что ой, бонч просто для маркетинга, для шума выпустил какой-то непонятный вкус. Я его пришел попробовать, и он мне вообще не понравился. Примерно вот так. Но я скажу то, что у вкуса оливок есть свое приятное послевкусие. Оно не сильное, оно слабое, но это и подчеркивает бонч, потому что у бонча в приоритете... первосортный и классный вкус именно сигарного оттенка, именно черного оттенка, именно оттенка, которого нет в других табаках, да, я имею в виду типа Адалия, Щербетли. И он стал мягче, то есть само сырье стало намного мягче, даже в той же базе сырье стало намного мягче, приятнее и чувствуется какой-то прогресс, что его... стало возможно просто курить, просто проснулся утром, забил бонч, покурил, и ты не разорвал себе горло, тебя не угандошило, то есть это стабильный табак. Что касается именно вкуса оливок, я вас сразу предупрежу, если вы уже бежите в магазин за бончем оливок, чтобы охуительно покурить оливки, то не надо этого делать.
Идите просто в магазин за бончем для того, чтобы просто попробовать новый вкус от хорошего продукта, да? Ничего яркого в оливках нет, ничего особенного в оливках нет. Есть просто хорошее послевкусие, которое очень приятное, и его очень приятно курить. Так что большего я ничего не могу сказать, потому что я ожидал на самом деле немного другого и чуть-чуть разочарован, как среднестатистический курильщик. Но как профессионал мне очень понравилось. Я надеюсь, что ребята все-таки сделают еще какие-то прикольные вкусы в плане гастрономии, потому что лучше всего гастрономия ложится именно на сигарные листы. Как мы знаем, у нас на рынке их очень-очень мало. Именно не гастрономических вкусов, а именно сигарных листов. То есть, да, именно табаков для кальяна на основе сигарного листа. Поэтому, если вы уже покурили бонч оливки, сделали какое-то свое мнение, обязательно напишите в комментарии, я почитаю. Но на данный момент мое мнение как среднестатистического, как и профессионала заключается в том, что это просто мягкий бонч без ярко выраженных оливок, либо какой-то другой ароматики. И его можно просто покурить, но ничего больше от него не стоит ожидать в плане «кайф оливки, я хочу кончить в них». Поэтому это «Дава Дым», это сеть питерских магазинов NBG Market. Удачной вам выставки, и я надеюсь, вы привезли с нее очень-очень много подарков. Вот, это лучше. Это более сдержанно.